мы все должны понять, что когда человек, занимающий должность премьер-министра страны, говорит, должны быть созданы условия для соединения западных районов Азербайджана с Нахичеваном. Западными районами Азербайджана он называет Арцах. Следовательно, здесь есть большая тонкость, которую многие не понимают. Он официально, замаскированно, но плохо замаскированно, специально признает Арцах частью Азербайджана. Потому что, я подозреваю, ему сказали так сделать. Теперь факт в том, что в результате получается то, что он обманул народ, придя вначале с лозунгами «Арцах – это Армения, точка». Очень быстро он решил, что Арцах – это не Армения, а Шуши – несчастный и мрачный город. Да, что Арцах – это Азербайджан и точка. Хайк, самое печальное то, что, как довелось мне слышать, по разным поводам им получилось вбить клин между жителями Арцаха и остальной Армении. Более глубокий, чем раньше. Вот эти его последователи, которых я не хочу называть по именам, говорят следующее. Очень хорошо, что так случилось. Наконец-то закончилась эта карабахская история. Зачем он нужен был нам? Такие высказывания я слышу, что я в шоке. Снова проводится линия по разрушению нации и государства. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.